Привет, дорогие зрители! Меня зовут Колман, с возвращением Spec Ops The Line. И мы с вами продолжаем, а точнее направляемся к финишной прямой. Итак, мы потеряли Луга, отношения в команде у нас уже никакущие с Адамсом. И мы... Они знают, где мы. И мы отправляемся прямиком к Бурдж-Халифу за Конрадом. Отправляемся! Если осмотреться тут. Это такая пустая зона, здесь ничего нет. Водичка. Готов? Конечно. Все равно умрем. Готов. Своих. Прикрой! Перезарядка! На балконе! Сейчас разберусь! Да, этот мертв! Граната! Он вышел! Ой, беги! Вспышка! Получай укрытие! Готов, ублюдок! Тихо! Ой, как же тяжко! Лови. Готов, ублюдок. Куда? Так, патроны. Да умри ты! Бля, чё? Потом игра свернулась. Сукин сын! Так, у патронов нас нету. На херню. Идем. О, разведданные. Как представители экспедиционных сил, мы должны подавать пример местному населению. Поэтому бойцы обязаны соблюдать следующие правила. Следует неукоснительно соблюдать правила личной гигиены. Близ
близкие контакты с местным населением строго запрещены. Находясь не на дежурстве, не включайте музыку и другие источники звука слишком громко, чтобы не тревожить местное население. Запрещено использование наркотических средств и стимуляторов, за исключением прописанных медслужбой. Потребление алкоголя ограничено одной бутылкой пива на человека в день во время приема пищи. Участвуйте в спортивных мероприятиях, иначе допуск будет аннулирован. Каждое нарушение влечет за собой до 5 выговоров. 5 выговоров – официальное предупреждение. 10 выговоров – 2 недели принудительных работ. 15 – публичная порка. Мародерство и злоупотребление полномочиями неприемлемы и караются строжайшими дисциплинарными взысканиями. Ага. Не дайте им добраться до ворот! Открыть огонь! Быстро! Фосфор! Ложись! Добро пожаловать в ад, Фосфор. Мы тебя заждали. Фокер, ты что делаешь? Какого хера? Еще один долбанный залп, мы трупы! Шарахни из гранатомета! Я отвлеку их! Что? Черт! Отсюда не взять быстрее! Ну, давай уже! Бросай гранату! Внимание, маэстро, чего ты ждешь, мать твою? Фокер, займись меня! Черт, извините, я протупил. Ой, жесть, у меня это под носом было. Твою мать, контакт! Еще один долбанный залп, мы трупы! Шарахни из гранатомета! Миномет взят! Осторожно, он с дробовиком! Надо уничтожить пулемет! Идти в лоб самоубийства! Идем слева через укрытие! Противник убит! Здесь становится жарко! Получайте! Перезарядка! Прикройте! Иду! Вперед! И следим за пулеметом! Черт! Еще одна пуля! Нужно переместиться вправо! Ноги в руки! Укрытие! Готов, ублюдок! Беги! Враги, турели! Обходим справа! Направо! Жесть, какое мясо! Ой. Видишь, урод? Осторожно! Перезаряд! Надо уничтожить пулемет! Идти в лоб самоубийства! Идем слева готов, через укрытие! Ублюдок. Внимание, противник движется! Вперед! И следим за пулеметом!
Мать твою! Да блин. Черт, еще одна турель! Нужно переместиться вправо! Ноги в руки! Готов! Прямо не пройти, турели! Обходим справа! Направо! Давай, давай, давай! Я возьму. Нет! Все перепутал! Пипец! Перезарядка! Ой, блин! Жесть, 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 жесть! Враг покидает укрытие! Да ты заколебал себе гранатами! Убейте этого козла за мешками! Как я и говорил! Черт, перезарядка! Ой, фу. Давай это возьмем, что ли. Черт! Еще штурмовик! Быстро в укрытие! Луга! Ты что, совсем спятил? Не бросил меня подыхать! Черт! Огонь! Огонь! Я тебя спасал! Я пытался! Единственный злодей здесь! Нужно выдвигаться! Они скоро будут здесь! Противник внутри! Ненадолго! Он вышел из укрытия! Огонь! Вот это нас накрыло! Готов, ублюдок! А, ты жив, блин? Пошел ты! Так. Бойцы
событиях, из-за которых мы здесь оказались. Хорошо это или плохо, но мы все повязаны случившимся. Да, всех нас ждет тьма. Будьте мужественны, ибо буря близко, и наступит день, когда этот город погрузится в хаос. Как ваш командир, я верю, что вы не сдадитесь, потому что вы прокляты. Служить с вами было для меня величайшей честью. Поэтому я могу отдать вам этот последний приказ. Что бы ни случилось, крепитесь. Будьте стойкими. Держите рубеж. Папа, держите рубеж, значит. Странно, не все разведаны, что ли, забрал. Осторожно, у него дробовик! Ой! Бросаю гранату! Я тут застрял! Готово. Иду! Смотрите, оба они идут. Выходят из укрытия. А ты тут нифига так. Черт! Вот и они! Они бежали вверху на КПП! Вперед! Все кончено! Вы окружены! Положите оружие! Пошли вы! Стреляйте! Давайте! Вот я! Давай! Заходите! Стреляйте, мать вашу! Стреляйте в меня! Последний шанс, Уокер! Сдавайся, или мои люди тебя пристрелят! Даже не думай! Твою же мать! Я сюда не сдаваться пришел! По-другому туда не пробраться! Все кончено, твою мать! Конец заданию! Нам конец! Пока я дышу, нет! Молодец! Дыши дальше! Беги, придурок! Твою мать, Уокер, беги! Глава 15. Добро пожаловать. Еще два разведданных. Отряд смирно!
Капитан Уокер, мы все, кто выжил из 33-го батальона. Мы сдаемся, сэр. Дубай ваш. Где полковник Конрад? Там, где он всегда был, сэр. Наверху. Он ждет вас. Молодец, Уокер. Ты сделал то, что не смогла буря. Уничтожил 33-й. Чувствуешь себя героем? Да-да, входи. Раз уж ты здесь... Позволь мне спросить, что ты подумал, прибыв в Дубай? Когда увидел то, что я сделал, ты решил, что я спятил? Верно? Ага. Я подумал, что ты слетел с катушек. Точнее, на это надеялся. Да. Так было бы гораздо легче. Но мне не повезло. Ты уверен в этом? Абсолютно. Я не больше псих, чем ты, капитан. Иногда я забываю, где я. Знаешь, мне часто кажется, что ты совсем рядом. Каждый раз я обещаю себе, обещаю, что перестану тебя выдумывать. Как же я ненавижу эту ложь. Как я ненавижу желание солгать. Я наверху, Уокер. Иду. Как закончишь рыться в моих вещах, поднимайся. Да, само собой. Не откладывай то, что должно случиться. Как закончишь, поднимайся, я кое-что тебе покажу. Как я ни пытался, я не смог сбежать. От того, что здесь случилось. И я сломался. Все, готово. Тебе нравится? Да что это такое? Просто к тебе приходит понимание. И это больно, верно? Итак, что ты скажешь? Это ты. Нет, ты. Твои приказы убили 47 невиновных. Кто-то должен ответить за твои грехи, Уокер. Кто это будет? Джон? Это ты? Не похож? Я устал от игр, Джон. Поверь мне, это не игра.
Похоже, слухи о том, что я жив, довольно сильно преувеличены. Невозможно. Уверяю, Уокер, возможно. Но как? Никак. Почему? Ты не должен был прийти сюда. У нас был приказ покинуть город и связаться со штабом. Они вышлют отряд, а мы домой. То, что случилось, не моя вина. Правда? Остановись ты, и ничего бы не случилось. Ты пошел вперед. Ради чего? Мы хотели вас спасти. Ты не спаситель. У тебя другие таланты. Это ты во всем виноват! Прекрати, Луго! Он не слушал! У нас не было выбора! Он превратил нас в долбанных убийц! Я не виноват. Нужно иметь смелость, чтобы отрицать очевидное. А когда правду нельзя отрицать, нужно создать свою. Да что случилось? Не знаю, он просто застыл. Уокер, очнись! Я понял. За нами выбор. Правда, Уокер, в том, что ты здесь потому, что хотел стать тем, кем не являешься. Героем. Луга. Ты бросил меня подыхать! Я здесь потому, что тебя заело чувство вины. Ты сломался. Конрад? Полковник? Что происходит, Уокер? Это Конрад. Это все он натворил. Начал искать виноватых и все свалил на меня. На мертвеца. Я знаю, правда бывает горькой, но смирись. Других у нас нет. Но долго так продолжаться не может. Я досчитаю до пяти и спущу курок. Это не ты. Это мои галлюцинации. Ты уверен? А может, мои? Раз. Нет. Все это смерти. Твоя вина. Если ты в это веришь, стреляй. Два. Я не хотел никого убивать. Никто не хотел, Уокер. Три. Четыре. Только сильный может отрицать очевидное. Я сильнее тебя. Как скажешь, Уокер. Что бы ни случилось дальше, ты не должен себя винить. И даже теперь, несмотря ни на что, ты можешь вернуться домой. Счастливчик. Что дальше, сэр? А? Мы ждем приказа. Что делать дальше? Выполнять задачу. И что это за задача, сэр? Принесите мне... Черт. Рацию. Это капитан Мартин Уокер. Нужна срочная эвакуация Дубая. Выжившие... Слишком много. Командир, это Сокол-1. Мы нашли его. Капитан Уокер? Он вооружен! Все в порядке, не стрелять. Не понимаю, что он делает?
Что с его глазами? Что-то не так. Капитан Уокер, мы хотим помочь. Только сначала, пожалуйста, опустите оружие. Он не отвечает. Он контужен. Подождите. Капитан, отдайте оружие. Мы отвезем вас домой. Он тебя слышит? Тихо! Капитан. Все кончено. Хватит. Всем пора домой. Знаете, капитан, мы искали вас по всему городу. Мы все видели. Позвольте спросить, как вы смогли пройти через все это? Я и не смог. Ну вот и все, друзья. Это одна из концовок Spec Ops The Line. Итак, что сказать по игре? Ну, сюжет у игры — это самое лучшее, что здесь есть. То, как построен этот сюжет и вообще все остальное, это круто. Вот теперь мы официально видим, что происходит в конце. То есть, как я хочу выразиться. Очень неожиданный финал для тех, кто будет играть в эту игру, ну или играл впервые, как и я. Очень неожиданный вот поворот именно выдается в финале. Хотя, так сказать, предугадать немножко финал можно где-то в начале, середине игры. Но, проходя игру первый раз, наслаждаясь красотами Дубая и просто вот этим последовательным сюжетом, я не замечал крохотные детальки, которые были на протяжении всего пути. И финал просто поражает, как и самого Уокера. Да, мы натворили много ужасных вещей, и Конрад, которого мы, так сказать, видели пару раз, и в конце, это просто совесть Уокера, который натворил немалого в Дубае. И совесть Уокера права, он не спаситель, у него другие таланты. Хотя он, как и Конрад, пытался показать себя героем, он хотел им стать, чтобы его все восхваляли, чтобы он получил медаль и вернулся домой с почетом. Но ничего у него не получилось, как и у Конрада. Вот вследствие чего Конрад и застрелился. Что он как бравый командир, считаемый одним из лучших со времен Паттона, не смог выполнить задачу и тоже хотел стать героем. А ради этого желания умерло 1300 человек. 1300 человек умерли за то, чтобы выполнить желание одного. И Уокер убил немало людей. Просто целый батальон был перебит. И много гражданских лиц пострадало. Гражданские — это именно, в первую очередь, это те люди, в первую очередь, которые страдают от военных конфликтов. И ужасная вот сцена, вот эта вот с напалмом, с белым фосфором, за которого мы погубили своим приказом 47 невиновных. Да, ужасная вещь, после которой Уокер сломался. Такое тяжело принять, когда ты своим приказом убиваешь невинных женщин и детей. И мужчин, которые ничего плохого не сделали, а просто пытались выжить. Охотно бы еще что-то добавить насчет сюжета. Здесь, ну, классные персонажи, превосходная игра. Даже, ну, хорошая локализация наша, в принципе, хорошая. Все вот эти повороты, как я и сказал, с белым фосфором, ужасное оружие. Просто эту сцену невозможно забыть после первого прохождения. Эта сцена настолько тебя поражает и удивляет, что ты замираешь, наверное, в ступоре от того, что ты натворил. И после, когда игра тебе все говорит. Вот именно этим Spec Ops и хороша, что мы
играем, мы считаем себя бравым героем, солдатом, который пришел спасать невинных. И как в какой-нибудь Call of Duty или Battlefield, мы это и делаем. Мы сражаемся против зла, против плохих, а сами являемся бравыми героями, спасающими мир или определенную страну. В Spec Ops это все показано как, более как натурально. Мы играем не за героя, мы играем за антигероя. То есть, да, у Уокера были хорошие намерения. Вот остановись хоть он вовремя и развернись обратно. Все могло бы кончиться по-другому. И Адамс бы не погиб, и Луга бы не повесили гражданские. Все кончилось бы наоборот. Но желание дойти до конца и стать героем, наказать всех, в том числе Конрада, за то, что он натворил, и побуждало его двигаться дальше. И вот финал для нас, как игрока, вот это просто удар в поддых своего рода. То есть первый раз ты проходишь игру и думаешь, что я делал все правильно, я герой, я ведь спасаю людей. 33-я батальон, они плохие, я сражаюсь против врагов, они дезертиры. Но потом игра тебе показывает, что ты ни хрена не герой. И ты, как и Уокер, ты не хочешь принимать эту правду. Ты убил 47 невиновных. Ты убил много людей. Из-за тебя погибли твои солдаты. И ты хочешь говорить, как и Уокер, нет, нет, я не виноват, это так получилось. Я же пришел спасти всех, я же герой. И вот в первый раз на меня такое впечатление произвело, что... В самом деле, да не может быть, но я же хотел помочь. Я не хотел никого убивать намеренно. Мне не оставляли выбора. Все остальное это просто случайность. И да, тяжело принять такую правду. Вот та из концов, которую показал, это лишь одна из. Я скорее не успею вам за время серии показать другие. Я не хочу ее растягивать на целый час. И то мне сейчас еще много надо сказать по поводу всего остального. Концовок, значит, сколько? Самое первое, это когда Конрада считает до 5 и выстрелит. Это на самом деле, ну так как он является совестью Уокера, он пристрелит сам себя. То есть Уокер просто умрет рядом вместе с Конрадом, застреленный. Пристрелит сам себя. Вторая концовка, это вот мы уезжаем домой. Хотя что будет дальше с Уокером, это страшно представить, потому что у него самый высокий ПТСР. Третья концовка. Мы можем перебить весь конвой солдат и остаться в Дубае. Какая-то вроде еще есть. Три, что ли? Да, четвертая. Мы можем погибнуть во время перестрелки с военными и в итоге умрем. Вот, да, это все. Все. Четыре концовки у нас есть. Возможно, я выложу даже потом отдельно все концовки из Spec Ops. Что сказать по атмосфере? Атмосфера у игры просто шикарна, она невероятно круто сделана, как постапокалипсис. Вот сами можете заметить, что под конец картинка меняется. Если я смогу найти все кадры, то я вставлю сюда сейчас этот момент, как все меню, то есть само меню меняется в зависимости от глав и до определенной точки, куда мы проходим. То есть, если вначале у нас был снайпер, и город был не так разрушен, как сейчас, и не было пылевого облака, то под конец у нас уже уничтоженный американский флаг, покосившееся разрушенное здание и песчаная буря. Небольшая. И это меню, оно меняется на протяжении всей игры постепенно. Атмосфера у игры, как я говорю, крутая, она замечательная. Очень круто сделано. Дубай, засыпанный песком, песчаными бурями, некогда процветающий город. Это все на высшем уровне сделано, просто иногда хочется остановиться и любоваться пейзажами. Геймплей игры — это то, что ругают игру, за то, что ее немного хейтят. И, в принципе, да, стрельба тут, конечно, далеко не шедевр. Jaeger Development могли сделать получше, постараться. Но, видимо, все силы были вложены именно вот в сюжет и в режиссуру игры. И сюжет лучший. Он здесь замечательный. И классно показывает ужасы войны. Да и не только ужасы войны, а темную сторону человека. Алчность, вот эгоизм и все в таком роде. К чему все это приводит. Этим Spec Ops хороша среди других шутеров. Ну, геймплей, конечно, да, подкачал. Но я бы не сказал, что стрелять прям очень противно.
принципе, когда ты стреляешь по врагу, ну, ты, в принципе, чувствуешь, что, да, в тушку прилетает пуля, но вот, к сожалению, не ощущается вес оружия. То есть автомат, пулемет, как бы... Не, ощущается, конечно, разница между там автоматом и дробовиком, например, где-то вот так. А, в принципе, отдача, баллистика, ну, она какая-то такая, не знаю, примитивная, даже где-то странная, с разбросом пуль. Особенно вот стрельба из укрытия вот с поднятыми руками. Да, понимаю, там, конечно, будет неточная стрельба, но, по-моему, здесь чуть-чуть плохо сделан разброс, именно когда ты стреляешь из-за укрытия, не высовываясь, а поднимая оружие вверх. Ну, в принципе, стрелять можно. Стрельба не прям что отвратительнейшая, ужасная. Можно стрелять. И некоторое удовольствие получать там от рэгдоллов, замедления, когда в головы, господи, взрываются у солдат. Как они там падают, когда ты в них попадаешь, и они бегут на тебя. Это все сделано хорошо. Вполне. Рэгдолл прям тут тащит. Замедление времени, я имею в виду. Управление, конечно, во время бега, оно плоховато сделано. То есть ты нажимаешь... пробел, прям как в Mass Effect, и ты просто как бык-танк бежишь чисто прямо, тебе очень тяжело повернуться влево или вправо. Здесь именно бег создан для того, чтобы быстро добежать до укрытия. Он не позволяет тебе очень быстро бегать по локации на поле боя влево-вправо, там как-то мансить, нет. Здесь ты бежишь прямо, никуда не особо не сворачивая. Что касательно музыки, ну, музыка здесь хороша, звуки очень клевые, в том плане, что музыку очень классно интерпретировали в плане лора и сюжета, то есть мы в самом начале встречаем этот, ну, слышим диджея по колонкам, которые развешаны по всему Дубаю, конечно, блин, времени у него, походу, было предостаточно за полгода, чтобы их по всему городу развесить. Ну или, по крайней мере, по той части, где были мы. И классно, что вот когда мы начинаем с кем-то перестрелку, то рядом висят эти колонки, и из них играет музыка. Но обычно это агрессивный рок. Какой-нибудь такой металлика. Это очень классно интерпретировано, как по мне. Хотя, конечно, в начале, когда мы еще вообще не знаем про диджея, этот самый-самый вот это начало, и воюем с повстанцами, все равно играет музыка. Ну, это мелочь, это не придирка ни в коем случае к игре. Что вот еще добавить-то мне? Что, о чем же я еще забыл? Сюжет мы я обсудил, ну, свое мнение высказал. Атмосфера тоже, геймплей, музыка. Наверное, на этом все, да, надо подводить итоги. В общем, Spec Ops — это лучший шутер, хоть пускай и с плохим геймплеем, но он самый лучший среди остальных шутеров, который показывает ужасы войны и темную сторону человека. И как все это отражается на... самих солдатах, это война, и на гражданских лицах. Это все очень круто передано и показано. Eager Development молодцы. И все остальные студии должны брать с них пример. А не как чертовы Call of Duty с Battlefield'ами. Придумать, блин, кто у нас враг? Да, русских сделаем, пусть русские плохие. Да. Классика. Ничего другого. А здесь ты воюешь против собственных, блин, товарищей солдат. Против солдат армии США. Это просто... очень круто сделано. И, в принципе, можно игре поставить, 8,5 из 10. Не 10, потому что подкачал геймплей. Именно основа шутера подкачала. Она вот как бы на середине. Она между очень дерьмовой реализацией и хорошей. Вот, ну, чуть-чуть бы еще подкрутить, сделать как-то вот отдачу, этот... все вот это вот касательно оружия, и было бы прекрасно. В общем, друзья, игра хороша. Ну, конечно, наверное, она стоит на прохождение только один раз. Хотя, если честно, я ее проходил раз 5, наверное, может даже больше. Потому что мне нравится вот эта атмосфера Дубая, сюжет, персонажи в ней. Я бы, конечно, хотел вам еще показать сетевую игру, но, к сожалению, серверов больше нет. Сами знаете, по каким причинам. А так, я играл в мультиплеер, он мне очень нравился. Там много мест, где вот как раз используется элемент песка, то есть расстреливание стекол, засыпание каких-то локаций. Жаль, что этого в игре, в сюжете именно, маловато. Хотя механика клевая. Появляется, ну, так, по чуть-чуть, понемножку. Хотя можно было бы ее реализовать на при каждом файте. Ну, хотя, учитывая особенность локаций, то это было сложно реализуемо. Хотя можно было сделать, можно. В общем, друзья, игра отличная для
2013 года. Пускай, может быть, сейчас даже графика старовата, но все равно она смотрится отлично, как по мне. Выглядит она хорошо. И стоит эта игра того, чтобы поиграть в нее хотя бы разок. На этом у меня, друзья, пожалуй, все. Свое мнение я высказал. Пишите, что думаете о данной игре в комментариях. Будет интересно почитать и послушать. Может, вы расскажете мне какие-то интересные факты, о которых я не знаю. Хотя, знаете, да, один интересный факт я забыл вам рассказать касательно сюжета. Помните, ведь у нас пролог начинается с того, что мы летим на вертолете, и потом у нас начинается игра вообще с того, как все это началось, и позже мы приходим к этому самому моменту. И типа еще Уокер говорит, это же уже было. Так вот, некоторые в интернете считали, что когда в них врезается вертолет, то главные герои умирают, и Уокер в том числе. А типа то, что начинается уже дальше, это его сознание пытается, умирающее сознание, точнее, выстраивать всю эту картинку. И можно было посчитать, что да, так и есть, потому что дальше начинается вообще полная вакханалия. Но один из разработчиков опроверг данную информацию и сказал, что герои не умерли, все, что происходит дальше, это все наяву. И не выдумано, и не создано умирающим сознанием Уокера. Вот как-то так. Так что, друзья, на этом у меня все. Надеюсь, что вам это понравилось, это прохождение. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, оставляйте комментарии. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики и другие прохождения. Скоро увидимся. Пока!